мясо. Что нужно сделать? А вы знаете, помните, мы в свое время просили покушать эти самые кедровые лучинки, да, и просили погоду у озера. И вроде бы оно нам давало погоду. Может быть, и сейчас нужно обратиться к нему с каким-нибудь посланием. У вас есть такое послание? Есть. Поедем, я знаю одно интересное место, откуда всего больше всего видно Телецкой воды. Я вас привезу на это место, и вы с этого места обратитесь к Телецкому озеру. И тогда можно будет купаться потом. Конечно, озеро, если озеро вас услышит, то тогда все будет нормально. Если сердца ваши чисты, если помыслы ваши чисты, то я думаю, у вас никаких проблем с купанием нет. Спас-жилет одевайте и в лодку. Карача нас встречает. Карача знала, что мы сюда приедем. Чтобы лодка от нас не убежала, пока мы с озером будем разговаривать. Ялинские ребятишки пришли сюда на коня и зимой вот этот столб установили. Была большая вода, был шторм, этот столб уронило. Сейчас наступило время такое, что все это надо будет восстанавливать. Вот видите, тут даже гвозди сохранились. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы обратиться к озеру, чтобы она дала вам погоду купаться, да? Вам можно было купаться, во-первых. А во-вторых, для того, чтобы оно знало, кто же сюда такие приезжали. Кто такие сюда приезжали и где они находятся. Поэтому мы должны сюда приколотить стрелку с направлением на Горный Алтай. Вот мне интересно, как вы будете высчитывать направление на Горный Алтай? Здесь, наверное, есть какие-нибудь подсказки? Сейчас мы глянем. Так, вот Чедро есть. Наверное, самое мудрое решение, самое логичное решение к озеру обращаться именно с этого мыса. Как ты прекрасен, заповедный наш край! Гор твоих гордых седые вершины! Словно алмазы ты поднял Алтай, кинул хрустальные пики в долины. Как ты прекрасен, солнечный наш край! Бурные реки, леса, водопады, гладью озер и синью небес ты приковал наши томные взгляды. Как ты прекрасен, таежный наш край! Каждое лето стремимся сюда мы, где бы мы ни были, в душах у нас образ твой вечно манящий пред нами. Как ты прекрасен, зеленый наш край! Крик ребятни озорной и веселый Яйлю наполнил жизнью смешной, лагерем вставшим у школы. Мы благодарны за теплый прием, за доброту твою, ласку и нежность, целебные воды твои, Алтынкёль, бодрый заряд и здоровье на годы. Для меня это большая честь обозначить присутствие детского дома на берегах священного Алтынкёля. Давайте мы сейчас приготовим. Значит, мы сделаем вот такие вот штучки. Так. Так. Так, ну что ж, как я уже говорил, направление мы выбрали приблизительно. Разрешила купаться! Ура!